Программы торгово-экономического сотрудничества должны развиваться в соответствии с экономической ситуацией в мире. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев на встрече глав правительств ШОС в Астане. Сейчас необходимо определить совместные шаги по всем направлениям. Это экономика, вопросы безопасности, формирование общего транспортного пространства и в целом социальной стабильности в государствах. В течение ближайшего года Россия будет председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества, заявил Медведев. Чтобы в результате достигнуть нового качества проектной деятельности, а для его успешной реализации финансовое подкрепление – обязательное условие. С учетом текущих колебаний на мировых рынках сырья, прежде всего сырья углеводородного, нефти и газа, новые возможности открываются для энергетического клуба. Надо активнее использовать эту площадку для рассмотрения вопросов энергетической безопасности и для сближения позиций всех участников рынка, имеются в виду и производители энергии, и транзитные государства, транзитеры, и потребители энергоресурсов. Изначально нужно, конечно, строить работу с прицелом на современные взаимовыгодные контракты в этой сфере.